Они возомнили себя избранниками Божьими. Судя по тому, что я видела, они далеко не праведники. И что ты думаешь с этим делать? Расскажу, когда придумаю. Осторожно. Они наверняка слышат. Тем более нужно бежать. Есть там выход? Нет, но есть кое-что, возможно, полезное. Тише, а то охрана прибежит. Они ищут то же, что и ты. То, что мы не можем им отдать. Не можете или не хотите? А есть разница? Да, возможности выбора. Умно. Можешь выбраться? Погоди. Выпусти меня. Я помогу. Я тебе не доверяю. Мы точно не враги. Я это чувствую. Ты, судя по всему, тоже. Мне проще в одиночку. Я местный. Я все тут знаю. А я быстро учусь. Не сомневаюсь. Но я могу предложить тебе нечто более ценное. Я знаю, что ты ищешь. Спасибо. Меня зовут Яков. Лара. Держи. Это если разделимся. Нужно идти. Охрана может появиться в любую секунду. Знаешь, как отсюда выбраться? Да. Я это место давно изучаю. Сколько ты пробыл в той камере? Достаточно, чтобы понять, что Константин ни перед чем не остановится. Святой источник? Здесь? Доверие, Лара, штука обоюдная. Что это? Урок истории. Это место многое пережило. Здесь был... Итак, маски сброшены. Теперь Лара знает правду. Чувства какие-то странные. Во-первых, сожаление. О той части меня, что осталось там, в пыточной камере. Еще что-то. Я знаю, Константин считает, что я потеряла хватку. Размякла, пока жила с Крофтами. Но он ошибается. Годовой лагерь. Thank you.
красные посылали заключенных в шахты. Но этого было мало. Они брали наших людей, отнимали детей у матерей и угоняли в рабство. Вот это древность. Что же они нашли? Спроси у них. Надо идти. Здесь небезопасно. На прииск не похоже. По-моему, это раскопы. Может быть. Они копали везде, где видели хоть намек на ножи. Самый надежный путь для побега через старое депо. А дальше? Моя деревня в долине, на горы. Там нас не найдут. Командный пункт 2. Последний вертолет ушел. Вас понял. Это последний груз. Сообщили о проблемах в рубке связи. Опять дикари, что ли? Нет, это женщина. Одиночка. Вооружена. Она уже натворила дел на периметре. Она кого-нибудь привела? Посмотрим. С первого нападения мы подняли патрули. Если с ней кто-то был, им не уйдет. Стой здесь. Я разберусь. Так, погоди, почти готово. Есть! Пошел! Поехали! Константин требует послать людей на медиплавилку, пока буря не налетела. На нас напали! Обыскать местность. Задеваю позицию. Цель снова поражена. Перехожу в укрытие. Бросаю гранату! Так, погоди, почти готово. Есть! Пошел! Поехали! Константин требует послать людей на медиплавилку, пока буря не налетела. Thank you.
Панель спеклась, почти починил. Странно, что здесь хоть что-то работает. Такое ощущение, что нарочно все погранит. Может, местные? Ну, тогда их точно пора перебить.
Яков, я смогла открыть внутренние ворота. Беги во двор. Я уже там. Анна, мне нужно туда. Что он делает? Он здесь. Я чувствую. Черт! Осторожнее, Лара. Скорее бы убраться из этого ледяного ада. Тогда у меня хорошие новости. Пришли разведданные. У дикарей есть деревня. На той стороне горы. Скоро настанет твой день. Наш день. Если ты не будешь больше отвлекаться. Ты о чем? Ты пожалела ее. Эту Крофт. Она ведь до сих пор жива. Но нам нельзя жить в прошлом, понимаешь? Сомневаешься во мне? Ты знаешь, что я сделала для Троицы? Чем я пожертвовала? Что мне пришло? Все.
все нормально. Жизнь крепко побила нас обоих. Но я поклялся всегда тебя защищать. Ну и кто из нас расчувствовался? Обещаю тебе. В конце нам воздастся, и Святой Источник даст тебе жизнь. Что еще важнее, жизнь в чистом безгрешном мире. Отправь людей в эту деревню. Узнай, что им известно. Это слишком опасно. Вот только не начинай. Все это будет неважно, когда мы достигнем цели. Константин, вас ждут в тюремном блоке. Это наше общее дело, сестра. Помни об этом. Всегда. Что ты делаешь? И свершится суд над людьми, и обратятся неверные в прах, и развеется прах тот по ветру, и восстанут те, чья вера была чиста, и обретут жизнь вечную. Беги, я тебя найду! Мы должны их найти! Ищите! Точно где-то здесь. Ладно. Ладно, теперь бы найти выход. Уже бегу. Так странно снова участвовать в операциях. Я столько времени вела комфортную жизнь в доме Крофтов. Здесь же нет ни капли комфорта. Воздух ледяной. Из еды только холодные консервы. Компания, кроме Константина, отвратительная. Но я сама вызвалась. Я должна быть здесь. Время и терпение для меня – непозволительная роскошь. Мы с Константином вместе начали этот путь, и я буду с ним, когда… Чёрт, надо сматываться. Разнесите здесь всё! Нашивка солдат Троицы. Один рисунок без слов. Они не афишируют себя даже перед собственными пехотинцами.
Нужно достать провод из воды. Может, этот старый рычаг поможет?
Занимаю позицию!